Благодаря лицею учусь в финансовом университете, заканчиваю финансовый университет, слава богу. Поступил на военную кафедру, работаю. Сейчас буду искать себе практику, чтобы писать ВКР. И, в принципе, лицей оказал на меня большое влияние, которое позволило мне взглянуть на мир шире. Друзья, всем привет, это дневник ФНТВ. Ну что, сегодня День учителя, 2022 год. Наш младший брат, лицей финансового университета, сегодня отмечает свое первое пятилетие, большой юбилей. Пойдемте поздравлять именинника. Спасибо вам за то, что вы каждый день отдаете частичку себя, частичку своей души и сердца нашим лицеистам. Спасибо за ваш высокий профессионализм. Спасибо за ваше неравнодушие. Наши огни, я не горя, пусть будет так, на радость тебя. Куда можно приходить и наслаждаться просто приятной обстановкой, и учиться, и побеждать. Всем учителям я хочу пожелать в первую очередь терпения, и чтобы с учениками везло, чтобы не баловались, чтобы были прилежными и заслуживали только одни пятерки. Нам всем я тоже хочу пожелать терпения, ведь оно необходимо всем, как и учителям, так и ученикам, для того, чтобы прилежно учиться и выбиваться в люди. На самом деле, действительно, 5 лет пролетели очень быстро, и кажется, что вот только-только мы открывали лицей, только-только готовились с документами, со всеми вот этими процедурами, а уже у нас 400 с лишним выпускников, уже такое большое количество достижений, и столько ребят сегодня пришло в зал, столько знакомых лиц, это очень здорово, очень приятно, и это какое-то такое особенное чувство, что в это, во все мы вложили свою душу, свою любовь, и это здорово. Замечательный коллектив, замечательный наш университет. И я сегодня искренне поздравляю всех наших лицеистов, университет с нашим пятилетием. Надеемся, впереди мы будем еще лучше, и впереди у нас большие задачи, которые мы непременно выполним. С праздником! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения!